Ребята, всем привет. Я перенесла сегодня здесь сразу бой. Сейчас. Па-ба! Что-то такое же... Ничего себе. Да блин. Ну, конечно. Угу. Ищи так. Что за дела, да, блин? А, господи. Вау. Не-не-не, я к вам не планировала. Не мяса, гремись. Ребят, я... Всем привет! Продолжаем прохождение. Я так немножко с задержкой все вот это вот. Я просто перенеслась, и меня сразу поставили кучу врагов. Все такое, смотрите. Я хочу зайти сюда, в затопленная пещера. Давайте смотреть, что это. А, зеленец. А дальше куда? В смысле? А, там кто-то есть? Или это они наверху дерутся? А, они наверху, походу. Погодите, а как мне туда забраться? Или я отсюда должна выйти, наоборот? Что-то я пока не понимаю. Вон там драка какая-то. Где они дерутся, понять не надо. Мы, наверное, не залезем тут. И нырять тоже некуда. Ладно. Так, знаете что? Давайте... Выемка. С этой стороны попробуем пробраться. Сейчас выйдем отсюда. Ой. Привет. Кто? Ну вы с машинами деритесь, а не со мной. А он ко мне сюда пойдет, интересно? Или нет? Нужно добыть снаряды. Ой, ой, ой. Стрёмная фигня. Что это такое? Ой, какая липкая штука. Так. А вы меня искали, что ли? Что, все завалили? А нет. Ну давай. Я хотела от вас убежать. Получается, мне с вами драться. Какие-то вы очень толстые, ребята. Худеть пора вам. КП много. Сразу три стрелы, что ли, пускал? Ну-ка. Вот этого нужно слутать. Хорошо. Ну-ка. Завоевать и мятежников. Вон еще один, но мы к нему не пойдем. О, кролик. Давайте с той стороны бежим. Что это за пещера такая, очень интересно.
Барабаны какие-то. А я вот тут была или нет? Я не помню. Может, у меня было задание? Ладно, поехали. Давайте осмотрим местность. Очень красиво. У меня все-таки такое ощущение, что я тут... Или не была... Не, я не могла сюда попасть. У меня же не было маски. А возможно, у меня было задание серии... воду поднять. Может быть, у меня это было. Может, я зря, конечно, сюда спустилась. Давай вниз. А! В стену врезались. А, да, слушайте. Ошибочка. Мы тут были. Я здесь прыгала, я помню. Уходим отсюда. А почему она мне не засчиталась? Ой, не туда. Вход, выход. А как мне проплыть туда? 10 метров. Вскрыть? Кого вскрыть? Ой, слушайте, я походу проход нашла. Да. Я нашла проход в затопленную как раз... А, меня течение выносит. Пещерку. Место прикольное. Так, ну... Такое блестящее. Что-нибудь будет? Чтобы пройти затонувшую пещеру, соберите весь зеленец. А там, кстати, было еще куда-то сплавать? Или нет? Так, оттуда я приплыла? И откуда я приплыла? Это выход. А здесь что? А, нет, вот отсюда меня вынесло сюда как раз, да? Вон налево и направо. Давайте сюда. Посмотрим. И что, выход, что ли? Сплыву сейчас где-нибудь. Ага. Здесь был проход, так. Плывем назад. И вон туда прямиком, ребят. Блин, куда? А, вон туда. Чё-то пока ни одного зеленца. А не, подождите, вон туда получается. Заблудилась тут. Ни один зеленец пока не попался. Угу. Какая глубокая пещера, слушайте. Так, это мы еще куда-то выплыли. Так, это что? Не, мне кажется.
что-то светит. А, не-не-не-не, стой! Куда? Блин, нет! Ух ты! Враги? Слушайте, какая пещерка. Я пока не понимаю, куда мне плыть сейчас. Что там, пираньи будут? Так, смотрите, вниз. Надо осмотреть все. Вот там еще. Так, отсюда я приплыла. Налево. И направо. А, и здесь дырка. Ладно, поплыли тут. Наверное, круг сделаем сейчас. И там выплывем. Я так думаю. Только какие враги тут? Так, я нашла зеленец. Кто? А вы, блин, пониже лой, я не могу нормально это. Кто-то рявкает. Зараз пугает меня. Ах ты, зараза. Спалили меня. А, нет. Отстань. Давайте с другой стороны заплывем. Успеем мы? Так, хорошо. А, смотрите. И сюда какой-то проход есть. Это что за проход? А, не-не-не, это все тот же. Я все пытаюсь в обратную сторону. Давайте тут сплаваем. Во! Обломок. Забираем. Так, что у нас тут есть? Где-то еще, наверное, где-то машины есть, да? Соберите весь зеленец. А сколько его еще осталось-то? Это что? Нет, это что-то не то. Так, еще слышу. Где еще? Я слышу машину. Но я не вижу. Зеленец, собственно. Он где-то рядом. А вон машина. О, вот он. Меня спалили. Новая тема. Короче, они засунули сюда одного динозаврика, и надо от него прятаться. Сколько его еще собрать? Подожду, пока мы идем. А он свалит? Ой! А он меня не видит, типа, да? Пипец, он беспалевный. Просто маскировка 80 уровня. Не знаю, как еще назвать. Ой. Меня спалили! Ой, он ударился в скалу, походу. Ай, пиный лой! Давай, забери, пожалуйста. Скопление. Все. Теперь уплыть осталось.
Давай, пожалуйста, плыви, дорогая моя, пока он там в стенку головой долбится. Плыви, 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 я там мама видишь. Ты погляди какой-то. Он на трой головой там бьется. Ой, не будем мы на него это. Походу, да. Он головой там бьется, бедолага. Ну, прости. Ой. Все, мы прошли пещерку. Можно смело отсюда уходить, правильно? Ладно, сейчас. Давайте туда же выплывем, куда мы в прошлый раз выплыли. Сюда вроде бы. Ура, вылезли. Я только от вас свалила, вы опять тут. 100%, все. И, ребятки, бежим на задание. У нас то, что утрачено. Давайте от них просто сбежим. Не хочу на них стрелы тратить. Вот ты где! Просто убежим сейчас от них. Вы слушайте, зима опять. Привет, Катало. Я у лаборатории Зенита. Придешь сюда? Уже иду. Элой, спасибо, что пришла сюда. Мне в радость. Гея рассказала, где именно в лаборатории мы найдем нужные детали. Она упоминала камеру, где ты нашла Бету, и базу данных, которая там. Она сказала, это поможет найти знания и детали для новой руки. Хотя бы ясно, где искать. Но нужно торопиться. Вдруг Зенита наблюдают. Понял. Лаборатория там. Машины. Они разбирают призраков на детали. Мы будем с ними драться? Или прокрадемся мимо? Решай сам. Так, ну хотя бы забрались сами. Просто катсценку такой показали нам. Так, машина. Слушайте, а у нас был здесь сюжет. Да, у нас здесь был сюжет. Вроде бы. Ну да. Мы сюда возвращаемся. Оп. Осторожней! Она опасна даже. Ой, а тут люди были? Значит, драка. Давай. С машинами все. В смысле все? Вон еще один. А как кто-то еще орал? Мужик какой-то. Или это ты орал? А нет? Странно как. А, это Катал орал. Господи. Нас спалили.
тобой настоящий Тена. Что-то его там плющит, походу. Так, сейчас залутаемся. Да, был сюжет, я помню. Мы его убивали, вот этого. Вот этого... Как же его звали-то, блин? Инопланетянина фигово. Странно, а почему он не залутанный? И главное, я не могу его залутать. Бак? Да. Смотрите, еще один бак. Я ничего не могу сделать. Ладно, пошли. Ой. Тебе нужна вот эта штука. Я тут. Эй! Ну, мужик, отойди от него. Ну ты... Вот сюда хотя бы подойди и заведи его сюда, на ловушку. Ну, сейчас я слово, но ёшки-матрёшки, на. Сюда прыгай. На меня прыгай. На меня прыгай. На меня прыгай, говорю. Ух ты, блин, сильно, кстати. О, блин, я не успела забрать. Затем туннель. Идем. Я сбила ему вот эту штуку, но не успела ресурс забрать. Он нарвался на ловушку. Вот это обидка. Блин, ну ладно. Это сделали враги? Трудно поверить. Ну да. Тут в сторону, а там разве есть куда идти? А, сюда. Впереди. Где? А, видите. В эту машину лучше стрелять шоковыми. Падальщик. Ну, мы можем и обычно. Такой, например. Да, ты утилишь. Весь вид портишь. Загородил, солнце. Бей по слабому месту! Мешаешься ты мне, катала. Вечно с ботами так. То вид переградя, то еще что-то. Здесь еще один вроде был. Разве нет? А, ну вон он ход. Кстати, знаете что? А вот это вот у нас... А, это у нас эта штучка. Но мы не будем ее использовать. Где? А вон он. Угу. Там еще у него копи были. Ну, катала, блин, ну что это такое вообще? Просто вот у меня перед прицелом. Честь превыше всего! Нам лучше поспешить. Камера, где мы нашли Бету, впереди. Веди меня. Веду тебя. Они так, приближаются. Опять машина. Ну, давай просто свалим. Ну-ка. Ага. Пришли. Надо понять, как попасть в базу данных, о которой говорила Гея. Я что-то оставляла тут? Варл говорил, что вы нашли Бету в одной из капсул. Не хотелось бы мне попасть внутрь такой. Найдите штуки. Точку доступа там. На скале. Дышать-то трудно. В смысле? На скале. Где вот тут скал-то увидим? Я помню, у меня был тут бой. Я это помню. А мне код нужно вводить? Найдите точку доступа. На скале. Куда я, по-вашему, должна запрыгнуть? Похоже, я нашла, что мы искали. А что это? Будем надеяться, там есть все ответы.
Я закачаю базу данных в твой визор, изучишь ее позже. Что насчет деталей? Они должны быть где-то на... Призраки! Опять? Так, ладно, ловушка. Первая. Еще вторую сюда поставим. Эй, блин, не попасть бы на нее. А что, они передумали сюда идти? А по три пойдет. Нужно еще вот так. Ах ты, козел! Сюда иди. Хи-хи! Нормально, меня так... Так, нанесены все виды или какой-то этот... Ой, блин, меня выкинул. Что происходит дальше? Вау. Какая штука. А он 30 уровня, да? Ой, это еще один? Иди сюда. Не успела отскочить. Нормально. На! А! Да шо ж ты меня? Дай мне встать. Встань. Всё. Отравил ты меня. Заканчиваем. Потом меня чем-то долбанули. Кинули меня хвостиком ещё. Толкнули. Похлопали по мне хвостиком. Ну все, 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 давай. Приходи в себя. Призрак, во, призрак. Это были призраки. Найдите детали. А нахрена я сюда шла? Чтобы там отсюда, видите? А где найти? Мы что-то включили, я правильно понимаю? Уходим. Она меня засекла. Она меня засекла. Еще разок сюда. Есть. Все. А он тут один оставался точно. А, не, это другая комната. Мы в другое место какое-то пришли, да? Вроде бы. Придется да. Обыскать весь этаж. Я весь этаж? Нам не нужны неожиданности. Отлично. Кто может прийти? Еще одна такая же машина. Еще один призрак. Ага. Нормально ты такую груду металла потянула. Так, дырка. Решетка. Возможно, это мой выход отсюда. Какая решетка? Что такое? А, взломать. Ой, нашла нычку. Как я люблю нычку. Ой, смотрите, еще. И все, отсюда не выйти. Здесь просто нычка, да? Да, попасть. Ну, странно как-то. Можно было бы, наверное, туда прыгнуть. Ах, блин! Черт! Ну, как так, а? Бегать по кругу и не видеть.
О, я здесь 33 раза все оббежала и не сразу заметила. Так, направо, налево. А тут что? Тут пусто. Пусто. Сюда спрыгиваем. А, давай, слезай. Нужные детали точно где-то здесь. Сейчас найдем, блин. Золотой ящик. Сейф. Черный браслет. Прикольно. Не подсвечивается. Ну-ка. А что ты зафиксировать-то хотел? А. Так, здесь вроде все, да? Давайте сюда. Блин, не додержала. Ну нафига? Нашла. Деталь зенита. Мы ее нашли. О. Как будто что-то рявкнуло. А где сам катала? Он где-то там остался ждать нас, да? Ну все. Ты нашла детали? Как видишь. Спасибо тебе, Элай. Что-то не так? Я просто думал, а что будет, когда я сделаю себе руку? Смогу ли ощущать себя как прежде? Ха. Ерунда. Об этом можно подумать потом. Ты иди вперед. Я порыскаю тут еще, может, найду что полезное. Хорошо. Скорее бы пустить в дело то, что мы нашли. Ступай с десятыми. Поговорите с Катала в лагере. А, мы еще не закончили. Слушайте, ну так как мы уже здесь были, то лазить нам здесь больше нечего. Поэтому я предлагаю уходить. Вот так. Мы просто делаем такой маневр и все. Опять можно слухи, да, расспросить? Но мы не будем подходить, мы уже все тут сделали. И надо будет заглянуть еще в эту котлов, то, что мы собираем. Я давно не заходила. Надо посмотреть. Блин. Надо зайти посмотреть. Может, у меня ресурсы есть. Что-то я ни к чему давно не сбегала. Значит, предтечи. Надеюсь, мне не добавили задание. Нет, слава богу. Чем-то под названием уже рады. Макияж? Как карх? Макияж? Но зачем? Не пойму. Макияж? Чтобы красиво быть. Символ. Как раз краска в моем плане. Символ. По моему лицу всегда все понятно и без краски. Это уж точно. Ну-ка. Все, пообщались. Ты давно не заходила. Ой, ой. Тенакт, зениты. Твоя новая рука. Как дела с новой рукой? А мы она это спрашиваем. Почти готова, но надо настроить крепление. А потом испытать ее. Жду с нетерпением.
Кстати говоря, он из колос одной рукой же залазил. Как он залазил? Так что это... ответил? Мы же спрашивали это все. Или нет? Не спрашивали. Когда мы были у Вала, стражники говорили что-то о крыльях десятых. Хикару упоминал их на Кулируте. Слушайте, и это интересно. Что это значит? Видения поведали нам, что десятые летали на огромных крылатых машинах и нападали на врага с небес. Мы стараемся перенять их подвиги и подражать их военному мастерству. Поэтому на Кулируте претенденты спрыгивают на арену. В детстве я мечтал о полетах, о чувстве свободы и о трепете перед огромным небом. Так, давайте вернемся назад. Пора идти. Береги так, все, типа, задание закончилось? Да. Так, смотрите, подождите, пока Катала доделает протез. То есть, наверное, должна пройти еще там день-два. Ну, в общем, уходим, попозже сюда зайдем. Это я уже запишу в следующем видео и посмотрим на его новую руку. Так, давайте сюда. Гея, что это за место? Новая комната? Это комната управления огромными запасами семян в комплексе. Отсюда сотрудники центра управления должны были наблюдать за сбором урожая на фермах, зовущихся сейчас Песней долины. Понятно. Ну-ка. Судя по этим данным, под комплексом все еще хранятся тысячи образцов семян растений. Расспрошу про них Гею в следующий раз. Только не говори мне, что вы мне задание дадите пойти насобирать семян, что потом посадить, ну и все тому подобное. Так, ребят, на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.